Привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал о смарт-часах. Почему о смарт-часах теперь я стал говорить, а не как раньше о часах Galaxy? Так потому, что вот такие вот циферблатики сейчас подходят на все смарт-часы, которые поддерживают VROS. Поэтому теперь придется говорить так. Возможно, даже придется приобрести какие-то другие часы на OS и уже делать инструкции и все остальное. Посмотрим. Это на будущее. Ну а сейчас хочу вас познакомить с циферблатом индийского разработчика. Зовут его Саташ. Ну, вроде как правильно выговорил, не знаю, насколько, потому что с английским у меня с русским-то плохо, с английским тем более. Значит, ребятушки, поехали и смотрим, что у нас на этом циферблате есть. Цифровой циферблат с секундами. Видим так выполнено и интересно. Здесь секунды в виде какого-то типа кругляшка вращающегося. Может быть, 12- или 24-часовой режим. Как в моем случае. И здесь будет отображено, какой у вас сейчас режим, и день, и будет, или ночь. Дальше вот здесь виджет выводится. В моем случае это погода. Далее мы с вами смотрим логотип данного разработчика, потом у нас идут секунды, ой, вернее секунды, мама дорогая заговорился, сердцебиение, дорогие друзья. Если мы с вами нажмем, начинает мигать э, сердечко у нас, это, это говорит о том, что началось измерение пульса. Далее у нас с вами сколько мы сожгли калорий, счетчик шагов и также он, как видите, здесь у нас отображено сколько мы прошли заданного Samsung здоровью по умолчанию это 10 тысяч шагов далее у нас с вами сколько мы прошли в километрах и в милях сразу здесь и естественно заряд батареи понедельник день недели у нас есть название месяца декабрь и число месяца а также год отлично на русском языке это говорит о том что данный циферблат мультиязычный сделан красиво Разработчик дал 30 промокодов, и каждый, кто первый из 30 напишет комментарий и, естественно, поставит лайк этому видосу, получит промокод. Поэтому торопитесь. Обычно их разбирает очень быстро. Оригинальный циферблатик. Теперь мы с вами пройдем по настроечкам. Что у нас там есть? Глянем-ка, глянем. Заходим в настроечки Приблизим сейчас мы вот так еще получше. И начали. И начали. Первое это, обратите внимание на колесик секунд, что у нас там происходит. Полоски секундные, они становятся либо белые, либо черные. Следующее, что у нас здесь есть, изменение цвета циферблата. Ну, вот этих всех значений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Что-то да выберите, да? И поехали дальше. Дальше у нас кастомные там зоны Вот они находятся. Я вам еще покажу предустановленные таб Они тоже у нас есть. И установка виджета. Здесь вы не выберете виджеты. Здесь только какие-то ярлыки либо приложений, либо каких-то заданий. Ну, в данном случае, вот последнее приложение я выбрал. Здесь мы с вами можем выбрать тоже что-то причем настроить можем как здесь, так и с самого циферблата. Ну, допустим, давайте Play Market с вами сделаем и нижние выберем. Мы с вами ярлык приложений тоже и добавим, допустим, Samsung здоровье. Samsung здоровье. Ну и нажимаем ОК. Все. И вы по итогу получаем, здесь нажали у нас последнее приложение. Хопс, пожалуйста. Далее мы с вами нажали Samsung Здоровье у нас выходит и здесь мы с вами нажали. А не не здесь, а вот здесь на калории. И у нас Play Market. Далее у нас еще есть встроенные табзона, о которых я вам не говорил. Если мы нажаем, на, нажмем на часы, у нас открывается э, набор номера. Далее, если мы нажмем с вами на минуты, у нас открывается будильничек. Далее, если мы с вами нажмем вот на это вот зону вот сюда. У нас откроется с вами плеер. Пожалуйста. Если мы с вами нажмем на день, число, месяц, у нас открывается календарик. Поехали дальше. Если мы с вами нажмем шаги мили, опс, у нас открывается SMS. Ну и, естественно, если мы нажмем назначение батарейки, у нас откроется возможность их еще раз пожалуйста включить экономию энергии и также посмотреть сколько у нас доступно времени еще наши часики короче проживут вот такой вот интересный дорогие друзья у нас с вами циферблат как я уже сказал все у нас промокодики достанутся 30 человекам которые напишут комментарии и поставят лайк этому видосу. Также, если у вас будут какие-то проблемы с установкой, применением промокода, с установкой данного циферблата, есть видосики в описании видео. Все есть, пожалуйста, решите проблему вообще махом, если вы туда пройдете. Также, дорогие друзья, не забывайте благодарить данного разработчика в Play маркете ставя звезды и, естественно, написав свой комментарий к этому циферблату. Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. Вы были на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео будут для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.